Огонь в последний день великий праздника стояши Иисус из ваше глаголя, аще кто жаждет, да придет ко мне и пьет, веры боумя, яко же рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы, сие же рече о Дусе, его же хотяху, примати верующие во имя его, не убобе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен, мнози же от народа слышавше слово, глаголаху, се есть воистину пророк, друзи глаголаху, се есть Христос, ови же глаголаху, еда от Галилеи, Христос приходит, не писание ли рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемские веси, иде же бе Давид, Христос приидет, распря же бысть в народе его ради, нецы же от них хоть охуять его, но никто же возложи на нь руце, придоши же слуги к архиереям и фарисеям, и реша им, ти почто не приведости его, отвещаше слуги, николи же тако есть, глаголал человек, яко сей человек, отвещаше убо им фарисеи, еда и вы, прельщени бысте, игда кто от князь верова вонь, или от фарисей, но народ сей, и же не без закона, проклятий суть, глагола Никодим к ним, и же пришеды к нему нощию, единцы от них. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде, и разумеет, что творит, отвещаши рекоши ему, еда и ты от Галилеи си, испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит. Паки же им Иисус рече глаголя, аз есмь свет миру, ходяй по мне, не имать, ходите во тьме, но имать свет животный.